выходит в финал Гран-при ACA в полутяжелом весе. Юсуф Раисов был на ваших экранах. Также в зале присутствует огромное количество известнейших бойцов, в том числе и Сергей Павлович. Смотрим еще раз. Сперва было вот такое попадание. Махнаткин был потрясен. Ну а дальше мощная порция добивающих ударов. Фариду Надилов. 18-я победа. И 10-я победа нокаутом. Да, там встают нервы. Отличный бой получился. Фридун в нем был лучше. Напоминаю, что не так давно Муслим Магомедов был лишен пояса и снят с гран-при. Адлан Ибрагимов прошел в полуфинальную стадию без боя. Соответственно, теперь мы будем ждать противостояния Песоа и Ибрагимова. И кто-то из них будет сражаться вот с этим парнем, с Фаридуном Адиловым. И что-то подсказывает, что в обоих случаях именно Фаридун будет фаворитом. Бойцы на середину. Бойцы приглашаются на середину. Так, конечно же, все в порядке. Здесь только спорт и ничего больше. Дамы и господа, рефери поединка Виктор Корнеев остановил бой через минуту и 30 секунд третьего раунда. Ladies and gentlemen, your referee in charge, Виктор Корнеев, stop this contest at 1:30 of round number 3. Техническим нокаутом одержал победу и вышел в финал! Гран-при полутяжелого веса! Your winner!